Формирование здорового образа жизни – одно из важнейших направлений современного общества, а значит и досуга молодежи Славянского района. В течение вот уже 15 лет на территории нашего муниципального образования проводится районная акция «Выбери жизнь». У школьников, участвующих в ней, закладывается основа правильного отношения к своему здоровью и окружающей природе. На ежегодном подведении итогов акции побывали наши корреспонденты. На заключительном этапе районной акции «Выбери жизнь» в зале городского дома культуры собрались юные ученые и волонтеры, победители международных, российских, краевых конкурсов и конференций, слетов экологов, лидеры юнацкого движения, учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования. Творческие, одаренные, активные ребята на протяжении всего учебного года занимались научными работами по технологии, биологии, экологии, завоевывали награды на краевых и всероссийских конкурсах, прославляя наш район. Меня переполняет радость, чувство гордости за наших ребят. В нашем районе столько одаренных, талантливых детей, которые являются еще и трудолюбивыми, и которые любят и охраняют природу родного края. Год экологии 2017. Но мне бы хотелось всем нам пожелать, чтобы бережное отношение к природе, любовь к ней была смыслом жизни каждого из нас. Участники районной акции «Выбери жизнь» своим ежедневным трудом и высокими достижениями не раз доказывали, что вести здоровый образ жизни, заниматься любимым делом очень интересно и увлекательно. Главное – найти себе дело по душе, так как это сделали ребята, выходившие на сцену, чтобы получить свои заслуженные награды за победу в конкурсах эколого-биологической направленности международного, всероссийского, краевого и районного уровней. Экологический слет, видеоролик мы с девочками, с тремя девочками из нашего класса выложили ролик, там, где мы показывали о том, какой вред несет наше отношение к природе. Я участвовала в конкурсе экологического слета. Мы делали платье из гофрированной бумаги. Мы заняли первое место и поехали в Краснодар. Там мы показывали свое платье и рассказывали о природе, о том, как надо ее беречь. Тоже заняли первое место. Еще мы участвовали в конкурсе самодельных книг. Там мы создавали образы животных, природы, о том, что надо беречь. Участие в акции «Выбери жизнь» формирует бережное отношение к живой природе, заботу об окружающем мире и позволяет по-новому взглянуть на значимость выполнения научных работ. Это своего рода еще одна ступенька к самосовершенствованию и развитию талантливых ребят. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».